Екатеринбуржцы сегодня вышли на улицу, чтобы поддержать жителей Украины. Митинги в поддержку народа Крыма сейчас идут по всей стране. В Екатеринбурге народный сход за братский народ собрал около 3000 человек. Наши россияне своих не бросают. За нашу дружбу. Спасибо. Екатеринбуржцы собрались, чтобы поддержать русскоязычное население Крыма. У всех одно желание – войны не должно быть. Отовсюду сегодня звучали лозунги «Крым, держись!». Поддержать народ Украины пришли не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Уральцы отметили, что готовы оказать не только моральную поддержку братскому народу, но и, если понадобится, направить гуманитарную помощь. Напомню, накануне Верховный Совет Автономной Республики Крым обратился к Владимиру Путину с предложением войти в состав России. Сегодня по этому вопросу состоялось заседание Совета Безопасности страны. Регионы выступают с предложениями о посильной помощи украинцам. Не остался в стороне и Урал. Россия, тем более Урал, всегда был в числе первых, кто помогал. Ну, нужна и материальская, и моральная помощь. А что собрались сегодня, это очень большая помощь. Я считаю, надо приглашать, допустим, если невыносимо, значит, русское население надо приглашать на постоянное жительство в России.